Всем привет, ребят! Ну что, настал у нас тест новой прокачки Асуры на 12.12. Он находится в судьбе, в этой новой локации, которая вышла у нас с обновой. И мы сейчас будем его разбирать, смотреть, какие у нас изменения. Соответственно, еще и потестим новый талантик на нем, самый топовый для него. Вот такой вот у меня Асурик. 12.12. 8-8 священный огонь, плюс 65% здоровья и уменьшение получаемого урона на 50%. Также у нас будет стоять ангел. Рунами у нас стоит пятая ремочка. В снаряге у меня стоит победный выпад на урон, плюс 15% отражалки. Это для него тоже очень круто смотрится, потому что входящий урон меньше, плюс отражение. Он собран у меня на уклонение, плюс 1 точность. Так, давайте посмотрим на его статы. Вот так вот он сейчас выглядит. 10к плюс 9300, 291 тысяча плюс 166. То есть в районе 500 тысяч плюс еще 65 тут накидывается процентуальное. Ну, что могу сказать, герой реально очень кайфовый. Давайте посмотрим изменения его скилла, что у нас поменялось на нем. Так. Куча героев. По-моему, я уже его пропустил. Или нет? Нет, вот он. Так, на десяточке. 484 цели, 24 энергии. 50%. На 11 уже 5 целей, 26 энергии. И все тоже осталось. Иммунитет к страху имеет и оглушение. То есть он на ПВП очень кайфово помогает. То есть тут увеличение с 12 идет просто урона. Чем он хорош? Он, если активируется, до конца боя у него уже действует его умение. Сейчас я его поставлю на таблетку. Давайте опять вместо Афины. Вот такой вот он у нас. Поехали, потестируем в рейде, покажу. Если у нас получится где-то сейчас зацепиться, сразу активироваться. Вот. Ничего себе, там уже мохнатка стоит на дефе. Окей. Заодно и посмотрим. Вот смотрите, у него сейчас идет 5 целей. Вот его урон. То есть он активируется и все, и дальше уже работает. Ну, против рейда тут не вариант вообще. Ну-ка, бабку на бабку посмотрим. Опять Фрейя мешает нам. Тут ничего не сделаешь. Так, хорошо, давайте еще поищем. Вот, кстати, можно тут попробовать. Вот, смотрите. Полненько. То есть он бьет 5 целей, юниты выбежали. Юниты выбегают. Зараста кривая. Рукожопы строили. И Фрейя есть. Короче, вообще жесть. Так. Давайте сейчас пойдем где-то в другой топ, а то мы тут его толком так не протестим. То есть он будет у вас бегать, и вот так вот Ара заблокировал, смотрите, вот с блочкой он все равно дальше выкидывает. Конечно, тут у нас юниты сейчас мешают. И я не могу толком его... Сейчас мы пойдем в забытую, там на ПВП локации, там будет все попроще. Так, ну где его так? Так, чтобы у нас было интересно его достать. Везде Фрейи стоят. Понавыбивали этих Фрей. Так, вот есть. Тут будет более заметно, надеюсь. То есть, как видите, зона, дальность атаки у него не маленькая. Вот он сразу бьет. Он бьет и здания, и героев. То есть, в PvP локации очень от него большая польза. Плюс он за забор энергии делает. Вот это весь от него плюс. Даже Ара, если его блокирует, ему пофиг.
Единственное, ему надо до этого включиться. Минус то, что он ближнего боя. Ну, давайте тут посильней. Вот так вот разлетается все в стороны. Вот смотрите на урон. 240 тысяч у него там проскакивало без крита. Он черепу даже не дает зарядиться толком. Череп ему ничего не может сделать. Так, вот стрелок есть, тоже интересно будет посмотреть. Я у себя, допустим, его использую в основном на подземках. То есть, как видите, даже тень хранителя он обратку получает и сливается. Все. Без проблем. Интересно будет его потестировать. Сейчас мы потестим вместе с бабой Зиной. Как они вдвоем будут справляться. Ну вот, в принципе, все. Так, давайте еще потестим. Знаете где, давайте на подземке еще сходим. И пойдем на по локации. Вот интересно здесь на него посмотреть. Ну, как видите, урона по нему особо много не приходит. Самое основное это его скилл. Ну, 500 000. Отлично. Он сейчас их мясо сейчас заряжаться просто не будут успевать. Вот смотрите. Вот кто-то включился. Начинают его дамажить. Ну, выносит по чуть-чуть. Конечно, от хила ему не хватает. Вот зод, видите, да, какая дальность атаки? Вообще жестко. Ну-ка, давайте так, ускорение дадим. Но самое основное то, что иммун от стана. Так, все, слили его. Ну, то есть, вот такой вот. Он не для подземок, он чисто для PvP локаций. Так. Окей, есть. Поехали на арену. Сейчас на арене потестируем. Создать команду. Сейчас мы их двоих. Так, вот они вместе рядом. Поехали. Ой, тут у нас стоп немножко не тот. Не знаю, ли мы сейчас кого-то найдем стоповых. Ну вот смотрите, душек. Ну, конечно, это не та прокачка душека, которая должна быть. Так, давай, добивай. Ну, урон так ничего, в районе 200 тысяч держится. Так, вот что-то интересное, наверное. Анубис, вот есть вторая эволюция, смотрим. Вот достает, видите, достает по всей, в принципе, по всей площади достает. Ну все, Анубис тоже ничего не может сделать. Ну, по титулу он, конечно, со мной не потягается на арене, даже с топовыми прокачками. Так, ворожай есть, поехали, смотрим.
Вот тоже, кстати, интересно сейчас будет. Вот энергию, смотрите, как забор энергии делает по всем трем линиям. То есть, да, там есть плюс. Так, окей. Что там у нас заклинательница? Ну, тут он, конечно, их. Давайте поставим ему в помощь. Вот так вот еще мохнатку. Ну, просто изи. Мохнатка, короче, тащит всех. Еще и в спину Анубису надавала. Пиздюлей. Так, ну что, будут? Вот какой-то есть. Я надеюсь, у него команда по центру собрана. Что мы вдвоем, то есть вдвоем затестировали тут. Они обои делают забор. Так, нет, все-таки наверху. А я-то думал, у него там имба прокачка. Блин. Вот смотрите, она достает с центра. Вот так вот даже. Ничего себе. Так, а ну-ка посмотрим на этого. И давайте обновим, может что-то интересное будет. Ну-ка, не видно титула. Вот, отлично. Не первая эволюция. Вот смотрите, герои просто тупо потеряли всю энергию. Жесть просто. Потестируем обязательно этот состав на арене. Против топов постараюсь подняться. Посмотреть. Олега топ, ну давайте на него посмотрим. Вот отлично, герои. Герои есть, поехали. Поменяем только дорожку сейчас. Так, смотрим. Включились. Ну все, вражеские герои просто не успевают зарядиться. Вот так вот. Прикольненько, прикольненько. Вот вам и применение. Одно из применений для Асуры и для Бабы Зины. Просто огонь. Там Рину, вот видите, еще Рину он имеет иммун. К разбросу он еще как вариант может им противостоять. И то ну, неплохо смотрится эти герои, честно говоря, последние. Так, поехали, сейчас еще в забытые их потестируем в связочке. Забытое создать. Так. Так, так, так. Давайте вот эту. И отсюда уберем Асуру. Сюда поставим кого? Давайте сюда Седну поставим. Так, а сюда мы соберем Суру, а сзади Бабу Зину поставим. Убирать тут, поставим Огнекрыла. Вот так вот пойдем. Так, обновляем. Пробуем. Ну тут, конечно, топы сейчас будут, но все равно интересно очень посмотреть. Так, энергию мы сняли. Нет, тут Афина, конечно, нам тут жестко вливали, но посмотрите, Асура держался намного дольше и в принципе неплохо держался, но тут столько урона прилетело, что просто нереально что-то сделать таким составом. Надо пособирать, но опять же сейчас на забытой будет полный трэш, потому что тут все герои с разных фракций, надо будет собирать руны и прочее. Ну в общем, еще больше стала неинтересна эта локация. Хотя в принципе с другой стороны поубирали руны, наоборот интереснее должно быть. Так, ну-ка давайте так, повелителя бури. Вторым попробуем. Ай-яй-яй, хороший состав был. Можно было бы попробовать против первого.
То есть я его, если использую, он у меня где-то стоит в середине пачки в основном. То есть он не стоит танком, но можно и танками его ставить. У него 50% отражалки. Он не может танчить, плюс еще дополнительно. То есть он неплохой танк. Ну, конечно, если так тестить один против пяти, то все рандомно получается. Ну, я по тестам уже убедился в том, что герой именно для этих локаций создан. Так, ну тут, конечно, опять же Фрея. И нас заморозил Бигфут первым. Посмотрите, вот снесли бабузину, а он еще до сих пор живой стоит. Вот так вот. То есть выживает он очень неплохо. Так, огнекрыло, что там у него? Два стража сработали одновременно. Вот так вот, видите? Рандомчик, ничего не сделаешь. Так, ну-ка давайте кого-то. Давайте, Лаврентий. Лаврентий, иди сюда. Не, это слабенький герой, конечно. Противник, точнее, для них двоих. Блин, вот топовая пачка, блин, вечно мы не успеваем. Так, вот там Реддл, давайте его попробуем. Вот, отлично. Хоть что-то интересное. Ну вот они вдвоем, посмотрите, они не дают героям в основном заряжаться. То есть самое основное. Самое главное просто, чтобы он активировался и все. Если его ара там не заблочит, все, без проблем. Плюс сзади будет Махатма добивать, и в принципе этого хватает. Она тоже снимает, они все выстраиваются в основном здесь в линию. Нравится мне тоже сборка «Священный огонь». Очень хорошо герои стали выживать. Сколько урона проходит. Если раньше их там раз-два сливали с каменкой, тут сейчас намного интереснее сборки получились. Так, ну тут, думаю, мы должны затащить. Так, ну давайте еще последний заходик. Такое себе. Ну вот видите, вот Махатма ударила, он подбежал, включился и все. И в принципе Ара там ничего не может сделать. Ну он слабенький сам по себе, он и так ничего бы не сделал. Но как вариант очень неплохо помогает разряжать героев с ремками особенно. Так, ну давайте еще этого Джона попробуем. Вот отлично, вторая эволюция, смотрим. Заблочили нас. Его, кстати, тоже заблочили. А, и хранитель включился. Ну, посмотрите, как офигенно, офигенно он держался, но хранитель с отражалкой. Ну, два героя тестировать это не то. Посмотрите, я покажу вам уже пачки в лабиринте. Интересные новые. С ихними участиями. То там будет, конечно, поинтереснее все. Ничего себе. Посмотрите, какие у него они живучие. А, там Фрейя есть. И она еще издали бьет, она не попадает в зону. Честно говоря, вот этот вот хранитель, этот хил, такая фигня. Кубок был намного круче. В принципе, все, ребят, показал в основном изменения. Герои действительно очень хорошие для PvP, но Асура
своеобразный герой, не все его понимают, не все знают, для чего его качать. Я вам постараюсь о нем побольше заснять видосов и показать, почему он действительно имбовый герой и в каких локациях он будет вам помогать при определенной, конечно же, прокачке. Все, подписывайтесь, репостики, комменты. Всем удачи, всем пока.